В 20 раз увеличился грузооборот порта «Услуга» за последние 10 лет. Сегодня в Петербурге подписали меморандум о взаимопонимании между портом Киль и портом «Услуга». Соглашение приурочено к 5-летию паромного сообщения между портами. Документ позволит увеличить грузопоток и привлечь новых клиентов. На данный момент порт «Услуга» занимает 8-е место в Европе по объемам перевалки грузов и считается самым быстро растущим на северо-западе. Происходит рост грузооборотов порта даже в кризисных условиях. Немножко, конечно, меняется структура грузов, несколько снизился импорт дорогой продукции в контейнерах, несколько увеличилась отгрузка угля и нефти и нефтепродуктов. И абсолютно уверены, что и с портом города Киль также есть серьезная перспектива усиления сотрудничества. Особенно учитывая то, что именно Федеративная Республика Германия является основным нашим торговым партнером, если говорить о странах Европейского Союза. Первым этапом сотрудничества двух портов в рамках меморандума стало представление нового логистического сервиса по доставке грузов из Германии, стран Европейского Союза, в Россию и страны СНГ, а также обратно. Предусмотрен сквозной тариф от двери до двери, который включает в себя все составляющие, в том числе и таможенные сборы, расходы на перевалку груза и транспортировку по суше. Основное преимущество в том, что это прямая перевозка между Германией или Западной Европой и Россией. В этом случае обеспечивается больший грузооборот. Чтобы перевозить такие объемы, потребовалось бы очень много автотранспорта. Теперь нет никаких больше границ и таможенных формальностей. Эксперты отмечают, что морские перевозки по Балтийскому морю с последующим использованием железнодорожного транспорта быстрее, выгоднее и экологичнее, чем автомобильные.